сподвиг Вячеслав Муругов, который на самом деле рискнул, потому что большой риск, несколько составляющих. Это сложный в производстве сериал, реально сложный. А сложности тут несколько составляющих. Актеры, актерский ансамбль, которые должны пройти предподготовительный период, кататься на коньках. Их надо беречь, потому что они в длинный съемочный путь идут. Это новая территория для российского телевидения, потому что спорт, который не посвященный, а тем более посвященный зритель, сопереживает. Вот там дальше мы видели первую серию. Я небольшой, так сказать, спортивный болельщик и не сильно разбираюсь в хоккее. Но я как зритель, и это честь и хвала благодарности Сергею Орланову, нашему режиссеру в первую очередь, и Диме Добрчуку, который здесь присутствует. Это действительно одержимые люди. Без таких людей невозможно снимать такого уровня сериала. Так вот, актерский ансамбль первое, второе. Но все-таки это по территории, Ледовый дворец спорта, да, это съемочный период практически год. Пошли дальше, production value, как это снято, я думаю, что чуть позже в сети появится making of, это отдельная история, помимо того, что это просто интересно смотреть, как это выглядит, потому что это молодые люди, это все бодро. И в этом есть такой раш в хорошем смысле этого слова. Помимо этого, в этом видно технологическая подготовленность. Уж какие приборы и что только не придумывали, чтобы снимать хоккей. С одной стороны, он выглядит просто и понятно, что нам всем очень нравится, и мы этим гордимся. Он понятливый, ты можешь сопереживать, там, например, белым или красным. Простые категории, да? Противник, там, наша команда и противник. Это второе. Третье – длинный съемочный период. И четвертое – он просто дорогой. Он дорогой в производстве, и опять же, по огромному количеству составляющих. Когда Вячеслав, во-первых, он сгенерил эту идею, сейчас можно говорить, что, ну, коллеги на гребне как хорошо подхватили, так сказать, легенда сделала хороший бокс-офис и хороший, но он был, начал готовиться задолго до этого. И мы благодарны нашим товарищам, да, которые нам подтолкнули, как мне Верещагин звонил после Духлиса проката, говорил, что там спасибо за охваченную территорию с Даней Козловским. То же самое мы им говорим большое спасибо за то, что мы по следам, не по следам, но просто в хорошем отношении аудитории к этой теме. Понятно, сравнивать нельзя, время разные, но тем не менее. Поэтому сложное, рискованное путешествие. Вот. И аналога, которому я не знаю, не в России.